В оздоровительном комплексе «Пламя» собрались самые добрые, отзывчивые молодые люди. Второй год подряд именно здесь, в рамках волонтерской смены «Альтернатива», проводятся финальные испытания регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России». Почему это происходит здесь? У нас конкурс, получается, проходил в возрасте от 18 до 30 лет. И ребята, которые отдыхают в рамках профильной смены волонтеров, они могут увидеть свое более старшее поколение, научиться у них чему-то новому, перенять какой-то опыт. И плюс это преемственность, это взаимодействие, это общение между ребятами из города и из разных районов области для дальнейшего взаимного диалога. Для участия в финале членами компетентного жюри был отобран 21 номинант из более чем 70 участников. Здесь их ждали непростые испытания. Конкурсантам предстояло рассказать о своей деятельности еще юным волонтерам, а затем провести квест, где специалисты оценивали их навыки работы с аудиторией. Каждый, кто претендовал на звание лучшего добровольца региона, придумывал увлекательные презентации, чтобы максимально заинтересовать участников профильной смены и привлечь их к своему направлению. Было очень интересно. Они рассказывали, как они начали заниматься волонтерством. Они рассказывали про хронику России. Они рассказывали о тех волонтерах, которые были раньше. А выбирать юным волонтерам действительно было из чего. В конкурсе участвовали представители 7 направлений – событийное, социальное, медицинское, культурное, экологическое, а также волонтерство победы и волонтерство в чрезвычайных ситуациях. Наступил момент, которого так долго ждали финалисты конкурса. По результатам конкурсных испытаний жюри выбрало победителей в каждой категории. Ими стали Андрей Маслюков, Кристина Доценко, Анастасия Клименко, Татьяна Грамс, Юлия Ляхова, Денис Стрихо, Надежда Поповченко. Самое сложное было донести истинный смысл, посыл волонтеров Победы, чтобы дети поняли, насколько важно патриотическое чувство. А самым сложным в подготовке было рассказать о себе. Абсолютно не умею рассказывать о себе, но вроде донесла от чистого сердца до детей, кто я такая, чем занимаюсь и как это важно для меня. Я уже, в принципе, давно являюсь волонтером, мне нравятся эти направления, и добровольчество – это, в принципе, неотъемлемая часть моей жизни, и все, большинство форумов, конкурсов я пытаюсь принимать участие активно. Проект направлен на 19-й Всемирный фестиваль молодежи «Калчишок» – это культурный шок. Он направлен на изучение, чтобы каждый студент, участник фестиваля погрузился в культуру и в традиции разных стран мира. Теперь лучших представителей добровольческого движения нашего региона ждет главное испытание – федеральный конкурс, где экспертной комиссией будет определен обладатель гран-при Всероссийского конкурса «Доброволец России-2017».